Здравствуйте, в эфире информационная программа «Новости» в студии Светлана Демина. Я и мои коллеги расскажем вам о том, что происходит в родном городе. Смотрите сегодня. Профессиональный праздник целого города. Заречный отмечает День работника атомной промышленности. Дань тем людям, кто создавали и ядерное оружие, кто использовали в мирных целях атом. На самом деле это здорово, что у нас есть свой профессиональный праздник. Уникальному зданию уникальную крышу. Раздвижной купол плавательного бассейна в 18-м микрорайоне будут монтировать специалисты из Франции. У нас есть опыт работы в этой области, потому что нам приходилось работать в Альпах на лыжных станциях. В Заречном регистрируют все больше случаев жестокого обращения с животными. У всех схожий почерк. Простой человек это не мог сотворить такое. Просто нормальный человек. Это или психически ненормальный, это не будущий маньяк, это уже действующий маньяк. Теперь об этих и других событиях подробнее. 28 сентября зареченцы отметят общий праздник – День работника атомной промышленности. Так или иначе, каждый из горожан причастен к этому дню. Судьба любой зареченской семьи связана с заводом. 28 сентября можно по праву назвать днем рождения атомной энергетики и оружия в СССР и России. В этот день в 1942 году Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение об организации работ по урану и обязал Академию наук СССР организовать специальную лабораторию атомного ядра. А уже в 58-м Пензенский приборостроительный завод выпустил первые специзделия. Вчера и сегодня старта. В репортаже Светланы Теплухиной. С советской атомной отраслью судьба связала Виктора Винокурова еще до приезда в Заречный. Во время службы в армии он в составе своего полка принял участие в испытаниях ядерной бомбы на Тотском полигоне. Никаких ни окопов, ни защитных устройств, ничего не было. Ну, вроде 20 километров далеко. Так? Вот. Но когда вот это произошла вспышка, взрыв, это буквально весь горизонт оказался огненным. Ясный был солнечный день, и то этого никаких признаков солнечного света не было. Вот яркая-прияркая вспышка. Наблюдая атомный взрыв, молодой авиамеханик еще не знал, что через несколько лет он сам будет принимать участие в изготовлении такого оружия. В 1958 году Виктор Винокуров стал одним из тех, кто выпускал первую продукцию на строящемся заводе, будущем Пензенском приборостроительном. Первое, что мы изготавливали, первое изделие 19В52 СБ. Вот, на штамповочном участке мы изготавливали 12 наименований деталей. Вот, была бригада наша, бригада слесарей, исключительно, ну, деловые, квалифицированные ребята. Атмосфера была очень слаженная. Все понимали, первое изделие для страны, первое изделие для, так сказать, наших вооруженных сил. В этом году исполнилось 55 лет, как Виктор Винокуров впервые вошел в заводской цех. Всего 5 лет носит звание заводчанина Петр Лукьянов, фрезеровщик 6-го цеха. Мне нравится делать из куска металла там какие-либо детали, изделия. То, что они входят там в какие-то узлы нашей промышленности, то есть атомные. Сегодня Петр – один из лучших фрезеровщиков градообразующего предприятия. Дважды победитель заводского конкурса профессионального мастерства. Лучший на конкурсе в области. Ему предстоит защищать честь родного предприятия на отраслевом конкурсе в Трехгорном. Не так часто так бывает, что вот молодые люди, которые, как говорится, понаслышке слышали о данном станке, о данном оборудовании, о данной работе, и так за 5 лет выросли, потому что за 4 года работы это победитель конкурса, значит, заводского, победитель конкурса областного, и в этом году подтвердить, что все-таки это один из лучших фрезеровщиков завода молодых, да, это большого стоит, это молодец. Виктор Винокуров и Петр Лукьянов – представители разных поколений заводчан. Их непохожие судьбы объединяет общая сопричастность к большому и важному делу – обеспечению безопасности страны. И профессиональный праздник у них общий – День работников атомной промышленности. Светлана Теплухина, Игорь Войдаков, Андрей Лешин. Телерадиокомпания «Заречный».
Сегодня в прямом эфире мы говорим о прошлом и настоящем градообразующего предприятия. Наш гость – главный технолог производственного объединения «Старт» Вячеслав Александрович Белов. С ним мы встретимся чуть позже, а пока вернемся к главной теме выпуска – Дню работников атомной промышленности. Торжества, посвященные празднику, начались сегодня. В маркетингово-выставочном комплексе чествовали его главных героев – работников производственного объединения «Старт». Алина Филиппова продолжит тему. Для Александра Ермошина работа на заводе – семейная традиция. Здесь трудятся отец, брат, возможно, придут на смену и племянники. В свою работу Александр влюблен. И есть за что. Механик космоса последний делали тоже мы. А да. Что космоса делали? Ну, там тоже детальки. Нам не говорят уже конкретно, что. Ну, корпуса механические тоже. Как вы считаете? Я считаю, тоже микромеханика тоже идет какая-то. Ну, не знаю точно сам. На предприятии Александр Ермошин работает всего 8 лет, но на деле уже может дать фору опытным заводчанам. Подтверждением тому призовое место на конкурсе профессионального мастерства. Итоги профсостязания подвели на торжественной церемонии, посвященной Дню работника атомной промышленности. Мы очень благодарны правительству, что появился у атомщиков профессиональный праздник. Это отдано дань тем людям, кто создавали и ядерное оружие, кто использовали в мирных целях атом. На самом деле это здорово, что у нас есть свой профессиональный праздник. И я надеюсь, что большинство работников предприятия гордится этим. Мы видно смотрим в будущее. Ведь Заречен всегда отличался трудолюбием и любовью к своему делу, городу, самое главное, к ближнему. И в этот праздник я хочу вас от всей души поздравить вас, вашей семьи, пожелать вам мира, добра и успехов в вашей деятельности. На церемонии ветеранам и лучшим работникам «Старта» вручили знаки отличия за заслуги перед атомной отраслью. Благодарность от госкорпорации «Росатом» и почетные грамоты главы администрации города. А еще объявили имя победителя конкурса на звание «Лучшего наставника». Им стал токарь 34-го цеха Вячеслав Маркин. На его попечении сразу 5 учеников. Что умеешь, то, в принципе, им рассказываешь и показываешь, как мог поступить. Вот я... В тот момент, как вот они делают. Вот. Ну, в принципе, как говорят, если раз у тебя ошибки были, зачем им повторять? Поэтому рассказываешь так же, чтобы они уже знали, зачем еще раз. Уже это проходили этап, правильно? Зачем его повторять? Ну, потихонечку так взаимодействуем с ними. Так секреты производства на старте передаются от поколения к поколению. А значит, и дело, которое начали пионеры атомной отрасли прошлого века, продолжает жить и развиваться. Алина Филиппова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». В канун Дня работника атомной промышленности чествуют и тех, кто стоял у истоков градообразующего предприятия, участвовал в выпуске первой продукции и ковал ядерный щит страны. В их адрес сегодня звучали поздравления и благодарности от коллег по цеху, творческих коллективов и руководства завода и города. Низкий поклон вам за вашу жизнь, за ваш труд, за ваше отношение к городу, к заводу, а самое главное, к людям. Мне очень приятно всегда получать приглашение от вас и приходить к вам, потому что я вам откровенно говорю, что это самая дружная, самая ответственная ветеранская организация в городе. Вы пример для всех городских организаций, для всех горожан, для нашей молодежи. И я очень уважаю и благодарю вас за вот эту удивительную любовь к тому, к чему вы посвятили свою жизнь. В эти дни в маркетингово-выставочном комплексе открылась выставка творческих работ. Их зареченцы – заводчане, ученые и врачи – представили на конкурс, организованный производственным объединением «Старт». 113 человек устроили экскурс в страну своих фантазий. Попасть туда может любой желающий. Выставка открыта для посещения. Одной из первых на ней побывала Елена Степкина. Самая большая картина, представленная на конкурс, площадью без малого 1 квадратный метр. Она привлекает внимание всех, кто приходит в маркетингово-выставочный центр производственного объединения «Старт». Здесь открылась выставка «Я в стране своих фантазий». В конкурсе участвовали сотрудники градообразующего предприятия «Никерет» и медико-санитарной части 59. Центральное полотно поражает не только размерами, завораживает игра красок. И только рассмотрев картину вблизи, можно увидеть стежки. Это вышивка. Татьяна Корнилаева трудилась над полотном 14 месяцев. Здесь больше сотни оттенков нитей, и это не единственная работа мастера на выставке. Люблю красоту. Там вот еще моя одна картина «Жасмин».
Да в основном меня. Ну, у меня и животные. Ну, все есть. И дети. Короче, мне что понравится, я сразу ищу. Вы знаете, да нет у меня таких вот любимых. Вот сейчас, честно говоря, мне очень понравилась свеча. Сейчас я вот начала обшивать свечу. А другая в параллели у меня картина «Русалка». Ну, тоже она, ну, чуть-чуть поменьше. Номинация «Вышивка» была самой многочисленной в конкурсе. Здесь и пейзажи, и портреты, и натюрморты, и анимация, и многое другое. Но и номинации «Бисероплетение», «Скульптура» и «Живопись» не меньше поражают своим разнообразием и оригинальностью. Конкурс мы проводим не первый раз. И с каждым разом все больше и больше раскрывается. Вот, ну, не только вышивка, ну, большинство. Или там. А посмотрите, у нас есть настоящие такие рисунки, то есть чисто художественный творчество. У нас есть литье появилось. Это великолепно. В этом году жюри отказались от присуждения призовых мест. Уж очень нелегким оказался выбор. В каждой номинации наградили авторов нескольких лучших работ. Дантист Ирина Степанюк представила скульптуры, сделанные из холодного фарфора. Лепка из такого материала – одна из самых современных и необычных техник. Я сама, как стоматолог, мне интересен сам процесс лепки, что ли. Поэтому меня эта техника очень заинтересовала. Вот я решила попробовать. Я представила мной несколько работ. Диплом Ирине Степанюк принесла орхидея. От настоящей ее можно отличить только на ощупь. Эта работа самая любимая у автора. Теперь она еще признана лучшей и по мнению жюри. Увидеть этот нежный каменный цветок и другие работы земляков могут все зареченцы. Выставка в маркетинго-выставочном комплексе производственного объединения «Старт» открыта для посещений. А соседство художественной экспозиции с музейным залом вооружений придает ей особую пикантность. Елена Степкина, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». А в день работника атомной промышленности для всех зареченцев снимут гриф «Совершенно секретно» с продукции Пензенского приборостроительного завода, ныне производственного объединения «Старт». Любой горожанин, вне зависимости от возраста и наличия специального допуска, сможет узнать, что долгие годы пряталось под наименованием изделия и объект. Собственными глазами увидеть и даже потрогать легендарную Кузькину мать, которой Хрущев грозил Западу. И, конечно же, познакомиться с современной продукцией «Жемчужины атомной отрасли России». Маркетинго-выставочный комплекс завода проводит первый широкий день открытых дверей. Здесь не задача показать достижения завода, но мы всю жизнь прожили в городе, вы же вот никогда не видели, и я, работая на заводе, я же никогда не видел, что мы делали вот эти вот бомбы там. Вот, ну, я своим занимался, кто-то своим. Поэтому это, я считаю, интересно. Это опять это гордость за родителей, за бабушек, дедушек, которые создавали. В день открытых дверей будут работать три зала – вооружения и военной техники, гражданской продукции и технических средств охраны. С 12 до 16 часов всех желающих познакомиться с секретами градообразующего предприятия здесь ждут экскурсоводы. И к другим темам. Таких в России еще нет. У нового Зареченского бассейна в 18-м микрорайоне будет уникальная крыша. По задумке архитекторов, кровля должна быть раздвижной. Таких конструкций в стране еще не возводили, поэтому за помощью в монтаже пришлось обратиться к зарубежным экспертам. В наш город прибыли специалисты из Франции. Ксения Тризна на родном языке галлов выяснила, готовы ли непривыкшие к русской зиме европейцы построить надежную кровлю. Такого в России еще не строили. Бассейн в 18-м микрорайоне Заречного будет уникальным всесезонным спортивным сооружением. Изюминка проекта и одновременно самая сложная его часть – раздвижная крыша. Эта часть будет на 5 пролетах. Вот, значит, это где-то будет 14 метров раздвижной крыши. Значит, система раскрывания крыши такая. Одна часть будет заходить под другую. Исполнителя работ пришлось искать за рубежом. Французская компания «Аркаленд» уже много лет специализируется на таких сложных конструкциях. У нас есть опыт работы в этой области, потому что нам приходилось работать в Альпах на лыжных станциях. На высоте 1800 метров мы возводили конструкцию по типу этой. Французы строили спортивные сооружения по всему миру, но в России впервые. Однако суровый климат и непредсказуемая, как русская душа, погода теплолюбивых европейцев не пугают. В Альпах им приходилось работать в более экстремальных условиях. Помимо холода, еще и разреженный воздух высокогорья. Очень трудно работать в таких условиях, тяжело дышать. Здесь холодно, достаточно одеться потеплее. Так что русские зимы с обилием снега и перепадами температур для французских строителей не проблема. Они обещают, что будущие посетители бассейна могут быть спокойны.
Снеговую нагрузку крыша выдержит. Все материалы нам известны, коэффициент расширения тоже. Мы знаем, когда жарко, когда холодно, так что никаких проблем нет. Пока французские специалисты проводят замеры. Планируется, что работы по возведению уникального инженерного сооружения начнутся уже в октябре. А полностью смонтировать раздвижную крышу всесезонного бассейна обещают через 4 месяца, к началу февраля. Ксения Тризна, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Нарушитель найден. Полицейским удалось разыскать мужчину, который выбрасывал мусор в лесном массиве 18-го микрорайона. Напомню, во вторник к нам попала видеозапись, на которой неизвестный мужчина выкидывал хлам из своей машины в лес. Видео было снято на телефон, но при помощи спецтехники удалось выявить номер машины и установить личность нарушителя закона. Благодаря сотрудникам полиции города Заречного, данный гражданин был найден, с него взято объяснение. Я думаю, в ближайшее время уже мы его пригласим сюда для составления протокола. Дальше, как всегда это и положено, протокол данный будет передан на рассмотрение административной комиссии. Штрафы регламентируются кодексом Пензенской области. Это штрафы за благоустройство. Штрафы там начинаются от 500 рублей и заканчиваются 3500 рублей. Жестокое обращение с животными тоже влечет за собой ответственность – уголовную. Тем не менее, издевательства над братьями нашими меньшими в Заречном продолжаются. Чаще всего животные погибают от рук изуверов, а немногие выжившие остаются предоставленными самим себе. О таких несчастных, пострадавших от рук человеческих, кошках и собаках пекутся волонтеры Заречного. Они поставили на ноги и, более того, пристроили не один десяток бездомных зверей. Их жуткие истории активисты движения помнят наизусть. Ирина Герасимова о любви и ненависти. Очаровательная кошка Дуняша греется в хозяйской ласке и стремительно набирает килограммы. Дома у любительниц животных Алины и ее мамы Инны она живет чуть больше полугода и, кажется, забыла о бездомном прошлом. Ее история могла бы закончиться печально, если бы волонтер Ольга Пачковская не нашла изуродованную кошку в один из декабрьских дней. У нее был сломан хвост, то есть вот как ободран. Начался был уже сильнейший некроз. Некроз уже пошел на спину. Ей отрезали вот все, что можно было. Просто дальше уже было нам, как сказал врач, резать некуда, потому что уже была спина. По словам специалистов, животное пострадало от рук человека. Операцию Дуняши сделали за счет средств, собранных волонтерами. Всего за неделю 8 тысяч. О спасенном животном написали в газетах. Именно на страницах прессы кошку увидели ее будущие хозяева. И когда мы туда приехали, она сидела у них в вольере. Я говорю, можно мне ее взять на руки? Я ее взяла и сразу ее поцеловала. Да, про тебя. С тех пор Алина и Инна в Дуняше души не чают и благодарны волонтерам с любимого питомца. К тем же, кто так жестоко поступил с их кошкой, у хозяев отношение особое. Это вообще не люди. Мне кажется, их прям тоже так же с ними нужно обращаться, как они обращаются с животными. Сейчас на передержке у волонтеров еще несколько животных. Практически все они стали жертвами человеческой жестокости. На очередное собрание зеленых активисты снова принесли раненого котенка. На этот раз без передней лапки. Малышка на пристройство. Ищем дом. Пока что находится на передержке. Абсолютно адекватная, дееспособная, немножко неполноценная. А так все, кушает, в туалет ходит сама. Вот таким, как она, ищем дом. Хорошая девочка. Животные с перебитыми хвостами и лапами еще не самое страшное, на что, оказывается, способны некоторые зареченцы. Умирающую от страшных ран кошку Людмила нашла неподалеку от подъезда. С выдавленными глазами и исполосованной бритвой мордой несчастное животное погибало, захлебываясь собственной кровью. Из милосердия кошку пришлось усыпить. Женщина до сих пор не может оправиться от увиденного. Простой человек это не мог сотворить такое. Просто нормальный человек. Это или психически ненормальный, это не будущий маньяк, это уже действующий маньяк. Это заключение врачей. Случаи издевательства над беззащитными животными отличаются особой жестокостью, а их количество позволяет говорить о серийности преступлений. Так может, на помощь волонтерам уже пора прийти и силовым структурам? Ирина Герасимова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».
Всеградская сельскохозяйственная выставка открылась в Заречном. Правда, всего на один день. Необычного вида и размера помидоры и картофель, гигантская морковь, отборные ягоды, соленья и варенье. Праздником урожая закрыли сезон зареченские дачники. Такие выставки сельскохозяйственных достижений ветеранская организация номер один проводит ежегодно. Экологически чистые фрукты и овощи, наливки и компоты, всевозможные консервы. Все это можно было не только посмотреть, но и попробовать. Наши люди готовятся. Конечно, раньше мы не могли, если бы раньше у нас было бы богаче, но все равно у нас энтузиасты хорошие, и мы очень довольны, рады, что у нас понравилось людям. Люди очень старались, поэтому мы хотим немножечко сегодня отметить, немножечко хоть маленькие гостинчики им дать этим людям, которые занимаются этим. И к новостям спорта. Определены победители и призеры трехдневных состязаний по плаванию. В Заречном завершились чемпионат и первенство Пензенской области. Церемония награждения состоялась сегодня. На ней побывала и наша съемочная группа. За три дня соревнований в плавательном бассейне Заречного прошло несколько сотен таких стартов. На дорожках сильнейшие пловцы региона, участники чемпионата и первенства области по плаванию. Всего около 300 человек. УОР, ШВСМ, областная спортивная школа, Дюшор Горизонт, Нижний Ломов также присутствует и Дюшор Союз, город Заречный. Соревнования являются отборочными на зональный чемпионат России в город Ижевск. Вот поэтому соревнования серьезные. Серьезные, ответственные и первые в этом сезоне. Как говорят спортсмены, подготовиться к ним толком не успели, поэтому показали не лучшие свои результаты. Конечно, трудно начинать после отдыха летнего. Надо заново все набирать форму, стараться заново. Надо больше стараться, еще не успела до конца войти в сезон, набрать форму. Хотелось бы лучших результатов. Ну, конечно. И все же результаты очень даже неплохие, особенно если говорить о зареченских спортсменах. Наши пловцы собрали приличную коллекцию наград. 21 первое, 19 вторых и 15 третьих призовых мест. Неплохо, очень даже неплохо. Но, правда, по чемпионату нам еще пока тяжеловато. У нас по чемпионату мало спортсменов, которые по чемпионату могут выбраться. Но еще отбор идет там и на первенство в России. 96-й младший и 98-й младший девочки. Вот по первенству, ну, вообще прям очень хорошо смотрится. Пока, правда, неизвестно, кто прошел отбор на чемпионат и первенство России, но можно сказать, что наши спортсмены забронировали немало мест в областной сборной. Светлана Демина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Мы прервемся на рекламу, а сразу после нее продолжим разговор о профессиональном празднике целого города – Дне работника атомной промышленности. И встретимся с нашим гостем. Не переключайтесь. Эффективное лечение заболеваний уха, горла и носа у детей и взрослых. Лечение хронического тонзиллита, фарингита, отита аппаратом Тонзилор. Лечение гайморита и синуситов без прокола. Медицинская клиника здоровья. Телефон 65-26-40. Очень часто в жизни случается, что в Юсте мечты сбываются. Мир мечты, в Юсте ты. Торговый центр «Метро Кэш энд Кэрри» приглашает всех за покупками. Для вас качественные продукты, товары для дома и офиса. «Метро Кэш энд Кэрри» – это всегда привлекательные цены, выгодные предложения и отличный сервис. Наш адрес – город Пенза, Терновка, город Спутник. Вход свободный. По выходным от проходной АМ для вас бесплатный автобус. Планшет Galaxy Tab 3 в подарок. Покупай телевизор Samsung в Prime и получай планшет или скидку 10%. Адрес: магазин электроники Prime, город Заречный, торговый центр Соломка, третий этаж. Телефон 655-222. Спеши! Акция действует до 20 октября. Программа «Страна Росатом». Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. В эфире каждую среду в 20 часов. Службы экстренного реагирования приходят к вам на помощь по первому зову. Если у вас проблемы со здоровьем, то вы звоните 03. Если на ваших глазах нарушает закон, звоните 02. А вот если вы страдаете от неполадок с телевидением, тогда звоните 60 13 19.
Мы себя прираем к скорой технической помощи для того, чтобы люди лучше и качественнее смотрели телевизионные программы, которые транслирует телерадиокомпания «Заречный». Запомните телефон технической службы телерадиокомпании «Заречный» 60 13 19. Мы снова в эфире. Главная тема этого дня – День работника атомной промышленности. И по такому случаю у нас в гостях главный технолог производственного объединения «Старт» Вячеслав Александрович Белов. Добрый вечер, Вячеслав Александрович. Здравствуйте. Ну, в первую очередь, разрешите вас поздравить с профессиональным праздником, с Днем работника атомной промышленности. Спасибо. Я, в свою очередь, хотел бы присоединиться и ретранслировать эти поздравления всем жителям нашего города, всем заводчанам, и поздравить всех с наступающим профессиональным праздником. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить наших ветеранов, которые создали тот задел, который сегодня мы используем для внедрения современных, новых, уникальных технологий. Поблагодарить весь наш коллектив предприятия, всех заводчан за их напряженный труд, который сегодня позволяет нашему предприятию занимать лидирующие позиции как в отрасли, так и в России. Желаю всем здоровья, счастья, процветания и благополучия. Пусть исполняются все ваши мечты и желаю вам высоких производственных результатов, высоких достижений в вашей профессиональной деятельности. Вячеслав Александрович, ну, поскольку мы сегодня говорим о заводе, вот расскажите, производственное объединение «Старт» вчера, сегодня и завтра. Есть ли какая-то существенная разница между вот этими предприятиями? Разница, безусловно, есть, потому что все развивается, развивается техника, развивается технология, развивается рынок. Сегодняшние приборы выходят уже на новый уровень развития. Для того, чтобы выполнить все требования, которые предъявляются к современным изделиям, необходимо менять подходы как и к технологии, так и к производству, так и к организации работ. В последние годы на предприятии проведено значительное масштабное техническое перевооружение. Оснащен парк оборудования. Сегодня завод располагает такими станками, такими системами, которые являются в России единичными и имеются только на нашем предприятии. Современные системы, современное оборудование требуют специальных навыков, специальных подходов, накладывают определенные требования на персонал. Сегодняшние, значит, производственные рабочие уже... Большинство из них имеет высшее образование, потому что работа как бы, на таком оборудовании она уже требует как бы, более широких знаний, более широкого кругозора. Инженерные работники тоже проходят и специальную подготовку на нашем предприятии. Понятно, что как бы, выпускники вузов не работают как бы, с большинством комплексов современного программного обеспечения, которое применяется на этапе технологической подготовки. Но все равно вузы дают базу, которая уже развивается на рабочих местах. Не надо бояться того, что вы не знаете многого. Да, современные технологии, они уникальны. Они уникальны тем, что им не учат в институтах. Но на предприятии... Имеется персонал, который прошел специальную подготовку, разработаны специальные учебные программы, организуются группы в любом и проводятся случае помогут их и научат. Обучение. Конечно. Спасибо большое, Вячеслав Александрович. К сожалению, время у нас ограничено. Приходите к нам еще раз всех с праздником. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь и желаю приятных выходных. До встречи. Спонсор прогноза погоды – компания «Ремстрой». Качественные пластиковые окна. Надежные стальные двери, модные натяжные потолки, высокотехнологичные кондиционеры, вертикальные и горизонтальные жалюзи. С компанией «Ремстрой».